Сегодняшний министр образования Ольга Васильева изо всех сил бьется для того, чтобы пробить эту систему. Пытается это сделать. Послушайте. Отвечая на вопрос о ЕГЭ, я сказала, что мы должны посмотреть, что реально происходит, взять, опять же повторяю, лучшее, отнести то, что не стоит делать дальше, и идти вперед. Поэтому я буду делать все возможное для того, чтобы в неурочное время, это то самое время, которое мы должны проводить с детьми, которое должно быть направлено на, подчеркиваю, их воспитание, формирование их как человека, должно идти именно на это, а не на натаскивание на ЕГЭ. Потому что главная задача – это человек. А потом этот человек должен постоянно быть в вашем контакте, вы для него, в контакте с вами, вы для него пример. И в неурочное время, то самое время, когда мы можем с ним работать, говорить и вообще можем что-то делать для того, чтобы этот человек стал действительно гражданином нашей страны.